В рамках рабочего визита Вениамин Кондратьев принял участие в сессии экономического форума. Интерес иностранных бизнесменов к Краснодарскому краю сохраняется даже несмотря на внешнюю политическую обстановку, отметил глава региона. Кубань сегодня один из лидеров России по привлечению инвестиций. Регион сотрудничает с десятками стран со всего мира. Так, например, на недавнем форуме в Сочи с иностранным инвестором было подписано соглашение на сумму около 6 миллиардов долларов. Европейский инвестор поверил в Россию, поверил в Краснодарский край, поверил в политику и гарантии президента Российской Федерации о инвестиционной безопасности любого инвестора, который приходит в Россию или, в частности, к нам, в Краснодарский край, невзирая на санкции и вот те политические проблемы, о которых сегодня здесь все время говорили. Поэтому я что предлагаю? Политики пусть занимаются политикой, а бизнес занимается экономикой. Тогда на самом деле мы сохраним и социальную, и экономическую стабильность в любой стране, и в том числе и европейской. На территории Краснодарского края сегодня уже работают 22 швейцарские компании, и регион рассчитывает на развитие этих деловых отношений, акцентировал Вениамин Кондратьев.